В Алтайском крае началась подготовка к весеннему половодью. Сотрудники Управления природных ресурсов обследуют гидротехнические сооружения региона. Это дамбы, плотины, водоотводные каналы. Сейчас в крае 92 действующих гидротехнических сооружения. Наибольшие опасения вызывают в период таяния льдов, представляют бесхозные строения. На начало прошлого года их было 7. 5 поставлены на учет органов муниципальных образований. До начала оттепели специалисты должны обследовать 27 объектов на территории 14 муниципальных образований и городских округов края. Специальная комиссия начнет работу 29 февраля. Вся достоверная информация по снегозапасам в горах Алтая, она будет известна нам не ранее, наверное, второй-третьей декады апреля месяца, когда будут получены. В связи с этим мы, как всегда, берем за развитие самый худший сценарий по паводку и к нему осуществляем подготовку. За прошедшие 2 года в крае проведена большая работа по обеспечению безаварийной работы гидротехнических сооружений. Восстановлены и укреплены поврежденные наводнением 2014 года 6 объектов, в том числе на реках Катунь, Бия, Черыш, Ануй. В октябре завершится строительство защитной дамбы на реке Бия в микрорайоне Зеленый Клин Бийска. Для снижения риска паводка продолжается расчистка русла Каменки в селе Алтайское. Добавлю, в зону подтопления по предварительным данным могут попасть 127 населенных пунктов.